Это новости ОТС, мы продолжаем. Натуральное мясо признали вредным для мировой экологии и могут обложить налогом. Дело в том, что продукт животноводческой деятельности, газ метан, провоцирует парниковый эффект на планете. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, выращивание скота приводит к увеличению выбросов метана на 14% в год. А поскольку спрос на мясо растет за счет Китая и Индии, встает вопрос о соблюдении Парижского соглашения по климату. И нужно вводить регулирующие меры по снижению углекислого газа в атмосфере. Из-за этого власти разных стран вынуждены будут как-то ограничить производителей мясных продуктов. Один из наиболее вероятных способов – ввести повышенный налог. Как считают эксперты, полученные таким образом дополнительные доходы нужно пустить на субсидии производителям здоровой пищи. Однако есть и другой путь. Необходимость высоких налогов на мясо отпадет, если появятся прорывные технологии, чтобы резко сократить вредные выбросы от животноводства.